Сегодня в Баку проходят массовые аресты оппозиционных деятелей. Днем на территории 8-го микрорайона Баку был задержан лидер азербайджанской оппозиционной партии Мусават Ариф Гаджилы. Гаджилы был арестован, когда ехал в офис партии. Его автомобиль остановила дорожная полиция, высадив Гаджилы из машины, его задержали и увезли в неизвестном направлении. Ранее азербайджанской полицией были задержаны пресс-секретарь партии Мустафа Гаджибейли, председатель Сиизанской районной организации Мусават Мардан Мехтили, глава Хатаинской районной организации Газанфар Бахышев, активист Наримановской организации Валёв Гуматоглу и многие другие активисты. Аресты связаны с решением партии Мусават о проведении 12 ноября пикета перед исполнительной властью Баку. Пикет должен был быть проведен против ограничения свободы собраний. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустили новые видео.